переправа. Берег левый, берег правый. А что вы на самом широком поставили? Вот тут вы, блядь, это. Вот. Что ты там еще нашел? Тап. Так, если будет вон те дрова отлить, вот вода есть, я специально приготовил на 3 секунды. О, вот с этой стороны сейчас будет подкладывать. О, там уже палатку поставили. А это Мишка. Что за Мишка? А помнишь, такой тоже он гоняет на велике, этот маленький пацан. А, маленький какой-то? Ну. Да, помню. Это он, да, там? Ага. А что он к нам не поставил? А? А что он? Там команда с ночевкой приехала. Саня, давай чай. О, блядь. Трава. Они, блядь, это всей толпой занялись, блядь, этой плотиной, уже давно все здесь были. Да, конечно, я тоже так думаю. Да, и половина была, хламы просто, ёлки. А? Хламы половина было делать. Куда вы, говорит, называется перерисовано. Ну, если бы хламы, тогда бы переправились бы, блядь, ноги хусим, намочили, да? Тут, да там пушку я прошел. Тут погрелись бы, нахуй. Тем более.
более отлив, по отливу можно вообще на велике. Сейчас вообще, да, вот можно. Уже можно проехать на велике. Ну просто не у всех время, видимо, есть. Не все считают досуг проведенный так охуенно. Кто-то еще с палкой пошел. Артем уже вон где. Миша на машине сюда приехал, да? Мишка? Ага. Да. Это он спрашивал, да, про костер? А, нет, это Вадим какой-то. Дождя, но его привлек огонь. Мне кажется, это, Саня, дождь пойдет из-за них. Да. Вот туда, туда, на это. Прав. Да, туда, к речке иди. Миша, туда иди. Миша едет. Это Миша, да? Или кто это? Нет. Это Серега, наверное. Которого мы гоняли на этот. На Толчуку. Наверное. Нет, это не он. А, Миша идет. Вот сюда его, чтобы на видное место поставил. Здорово. Здорово. А я пойду погоняю пока.